На базе Бердской районной больницы открыли кабинет низкопорогового доступа к услугам по ВИЧ. Все желающие анонимно могут пройти экспресс-тест и узнать свой ВИЧ-статус. Кроме того, с посетителями будет работать психолог. Все подробности в материале моих коллег. Неприметный кабинет сразу за гардеробом в Бердской больнице. Сегодня на двери появилась новая табличка «Анонимное тестирование». Здесь все желающие могут узнать свой ВИЧ-статус абсолютно бесплатно. Такие кабинеты организованы специально для людей, которые находятся в трудной жизненной ситуации и не могут самостоятельно заботиться о своем здоровье. Система низкопороговых кабинетов позволяет существенно увеличить охват и доступность тестирования на ВИЧ-инфекцию. Но это, в свою очередь, увеличит выявляемость заболевания и своевременно непосредственно начало лечения. Потому что мы понимаем, чем раньше мы выявим данное заболевание, тем быстрее человек начнет лечение, тем лучше будет его качество жизни и продолжительность жизни, соответственно. Гарантируют полную анонимность, никаких документов не спрашивают. Процедура занимает около 15 минут, берут кровь из пальца. Психолог подробно рассказывает о мерах профилактики и поможет оценить возможные риски заражения. Здесь мы будем помогать в выстраивании всего социального сопровождения для людей, живущих с ВИЧ, для тех, кто уже ВИЧ-позитивен. И помогать в формировании приверженности, помогать в социальной адаптации, помогая в том числе и продуктовыми наборами, сопровождением. Если же результат экспресс-теста будет положительный, то специалисты расскажут, как пройти углубленное обследование и встать на учет. А те, кто уже имеет статус ВИЧ, могут получить здесь консультацию и психологическую помощь. Безусловно, ВИЧ-инфицированных много. Многие пациенты, жители наши не знают об этом. Ну и, к сожалению, формирование приверженности к диагностике, выявлению и лечению пока находится еще на достаточно низком уровне. Как раз этот проект направлен на увеличение выявления среди населения на ранних стадиях. В Новосибирске такой кабинет открыт на базе центра СПИД и в муниципальной аптечной сети в Кировском районе. Также анонимное тестирование можно пройти в Искитиме. И до конца года будут открыты кабинеты на базе районных больниц в Коченево и Тогучине. Ксения Петренко, Алексей Субило, новости ОТС.